Кажется, неплохо получается. Мне нравится. Дорогу! Осторожно, Эбби! Идет важная операция! И при чем же здесь я? Нет, нет, даже не думай. Да, я должна это сделать. Вперед! Юху! Эй, посмотри, что ты натворила. Все зря. Дай сюда эту штуку. Окей, меняемся. Ну уж нет, вернись. Дорогая, нам пора. Попробуй отними. Что у вас случилось? Не знаю, Меган опять не в настроении. Путешествие это так здорово. Счастливого пути. Нет, нет, нет. Здесь билеты только на двоих. Младшая сестра остается с тобой. Только не это. Так нечестно. Ну все, пора прощаться. Счастливо оставаться. Аккуратно. Давай, Эбби, мы должны это сделать. Осторожно, вы с ума сошли? Эбби, выбирайся оттуда. Моя бедная девочка. Меган, так нельзя. Ты в порядке? Конечно, мамочка. Поверить не могу. За что мне все это? Подожди, папа, не так быстро. Пожалуйста, пусть она уедет. Нужно торопиться, мы опаздываем. Конечно, у меня все готово. Я вам помогу. Отличная идея. Эй, в чем дело? Прости, но так будет лучше. Пока, не скучайте без нас. Хорошо, папочка. Классно вам отдохнуть. Нет, только не это. Меган, подожди меня. Родителей нет, значит, самое время устроить вечеринку. Вот так? Думаю, этого хватит. Гости будут просто в восторге. Самое время заняться приглашениями. Алло, жду всех сегодня у себя. Вау, правда? Я буду. Договорились, жду. Привет, сегодня вечеринка. Меган, рад слышать. Ого, конечно. Ну все, до вечера. Нет, глазам не верю. А где все? Ну, знаешь, Эбби, с меня хватит. Вон отсюда, немедленно. Подумаешь, поверить не могу. О, а вот и гости. Не поняла? Меган, ты уже все съела? Как же так? А где угощение? Да она издевается. Надеюсь, Меган ничего не заметит. Даже не думай, таким мелким на вечеринке не место. Нет, это несправедливо. Интересно, что они там делают? Веселимся, оторвемся по полной. Ну же, эх, отсюда ничего не видно. Класс, вот это я понимаю. Точно, кажется, я знаю, что делать. Ха, подумаешь, проще простого, Меган. А вот и я. Ух, повеселимся. Эбби, не может быть. Что ты тут делаешь? Невероятно. Почему ты такая высокая? Ах, вот оно что. Все ясно. Убирайся отсюда. Немедленно. Только посмотрите на нее. Ну и ну. Да, ходули из книг не сработали. Стоп. Мигалки? В чем дело? Что там происходит? Добрый вечер, полиция. Ну что это значит? Итак, все на выход. Давайте, давайте, живее. Ну, чего стоишь? Послушайте, в чем дело? Мы же совсем не шумели. Разберемся. Вам штраф. Но за что? Ха, интересно. Кажется, я догадываюсь. Секундочку. Ну, я так и думала. А ну стоять! Думала меня провести? Нет уж. Фальшивый полицейский сейчас займется уборкой. Ладно, сестер, как скажешь. За что мне все это? Интересно, где Меган? Нельзя же так опаздывать. О, а вот и она. Привет, извини, мне было не с кем оставить сестру. Я Эбби. Оу, приятно познакомиться. Что-нибудь закажем? Конечно. Официант? Наше меню, выбирайте. Спасибо. Дайте сюда, я во всем разберусь. Что ты делаешь, Эбби? Мне, пожалуйста, вот это. И еще вот это. И не забудьте этот десерт. Ничего себе, ну и аппетит. Записываю. Пожалуйста, помедленнее, я ничего не успеваю. Ваш заказ? Здорово. Так быстро? Ха, скромновато. А где же моя еда? Все уже готово. Вау, отлично. То, что нужно. Что ж, приступим. Очень вкусно. Объеденье. Я должна попробовать все. Эбби, это отвратительно. С ума сойти, что она делает? Осторожнее, ты здесь не одна. Обалдеть, как она это делает? О, да. Кажется, я наелась. Неужели? Ладно, Брэндон, спокойно. Меган, я так рад, что ты рядом. Это взаимно. Это точно. Так здорово, что мы вместе. Нет, Эбби, на этот раз ты не испортишь мне вечер. Как мило. Кажется, она смотрит. Отвернись, Эбби. Подумаешь.
Воу, испугались? Кошмар. Ну, нельзя же так. Ладно, вам было весело. Что? Это наш счет? Не может быть. Глазам не верю. Кажется, пора валить. Брэндон, куда ты? Нет, только не это. Ух, кажется, добежала. О, нет, пожалуйста, не сейчас. Эбби, открой дверь. Ну уж нет, я еще не закончила. 3, 2, 1, поехали. Эй, бэби, это я, Эбби. Я больше не могу. Учти, тебе не поздоровится. Эбби. Юху, как здорово. Уточки хотят купаться. Нет, Меган, еще не время. Ладно, есть другой способ. Ну же, пожалуйста, открывайся. О нет, это провал. Забавно. Давно хотела это попробовать. Ну что ж, ты сама напросилась. Эбби, открывай. Ай, моя рука. Улет, я похожа на папу. И когда она угомонится? Несносная девчонка. Стоп, кажется, я знаю, что делать. Интересно, что она задумала. Готовься, сестренка. Теперь я до тебя доберусь. Наивно. Меня никто не остановит. 3, 2, 1, поехали. Ну, сейчас ты у меня получишь. А-а-а! Надеюсь, ты не ушиблась. Ты невыносима. Ненавижу тебя. Поверь, это взаимно. Вау, ну и ну. Спа в подарок. Да это же просто мечта. Не отставай, Эбби. Это то, что мне нужно. Класс, мы идем в салон. Эбби, даже не думай. Прости, сестра, другого выхода нет. Не скучай. Нет, я не хочу здесь оставаться. Класс, как давно я об этом мечтала. Ого, мороженое. Я должна туда попасть. Мороженое, самое вкусное мороженое. Все скорее сюда. Привет, мне один рожок. Ну, конечно, о чем разговор, выбирай. Супер, спасибо. Вот это я понимаю. Вот и все, мы закончили. Спасибо, это было здорово. Приходите еще. Класс. Нет, только не это. Эбби, где ты? Помогите, моя младшая сестра пропала. Простите, но нет, первый раз вижу. Я должна ее найти. Где же ты, сестренка? Добрый день, вы не видели? Ладно, извините за беспокойство. Бедняжка Эбби, куда же ты могла подеваться? Ну все, это конец. Я никогда ее не найду. Салют, как дела? Издеваетесь? Мне не до вас. Меган, да это же я. Эбби, ты нашлась. Я так долго тебя искала. Да ладно тебе. Ну что стоишь, пойдем гулять. Ну уж нет, такого больше не повторится. Ну же, давай еще немного. Совсем чуть-чуть. Меган, мне что-то не здоровится. Градусник твоим услугам. Ладно, как скажешь. Ого, здесь что-то не так. Кошмар, это не шутки. Нужно срочно лечиться. Постельный режим и не спорь со мной. Как холодно. Ничего, я тебя укрою. Вот, выпей, это тебе поможет. Какой ужас, что же делать? Какая гадость. Держи колокольчик, если что, позовешь. Да, конечно, окей. Зачем ты звонишь? Я хочу есть. Точно, я совсем забыла. Вот, это очень полезно. Приятного аппетита. Ну все, я пошла. В чем дело, Эбби? Мне так жарко. Не беда, сейчас все исправим. Ну как? Уже лучше. Чи, как же холодно. Окей, это тебя согреет. Слушаю. Забери это. Уже бегу, это твой чай. Не переживай, твой медведь здесь. Держи, так будет веселее. А вот и подушка. Надеюсь, тебе удобно. Что? Уже утро? Здорово. Чувствую себя прекрасно. Меган, что это с тобой? Кажется, я заболела. Нет, я тут ни при чем. Стоять! Теперь моя очередь. И жили они долго и счастливо. Ну вот и все, пора ложиться спать. Да, конечно. Наконец-то можно расслабиться. Да чего же здесь жутко? Кто здесь? Что происходит? А, нет, нет, пожалуйста, не надо. Эй, да что там такое? Что такое, Эбби?
Ерунда, это же просто окно. И как можно всего бояться? Спасибо, Меган. Мне просто показалось. О, нет, монстр идет ко мне. Ну что опять? Помоги. Он уже здесь. Жуткое чудовище. Серьезно? Это всего лишь цветок? Похоже, не то. Извини. Надеюсь, на этом все. Эбби, иди ко мне. Нет, пожалуйста, не надо, я не хочу. Что? Опять? Не может быть. Ну что на этот раз? Подумаешь, ну это же просто подкроватный монстр. Ничего особенного. Ну все, давай, иди отсюда. Да, похоже, сегодня не мой день. Меган, может, ты ляжешь со мной? Тесновато. Ну вот, совсем другое дело. Что? Нет, только не это. Эбби, нам конец. Ну же, вставай. Родители скоро будут. Ты серьезно? Конечно, нужно здесь все убрать. Нужно поторопиться. Живее, Эбби. Ума не приложу, куда все это деть. Скорее, в туалет. Отличная идея. Вот так. Пусть побудет здесь. Фух, кажется, успели. Отличная работа. Мы настоящая команда. С ума сойти? Это правда наш дом? Здесь такая чистота? Не то слово. Мы вас просто очень ждали. Я же говорил, что они справятся. Я скоро. О, нет, помогите, что это? Упс, похоже, папа пошел вымыть руки. Только не это. Смотри, забавное видео, правда? Не то слово. Итак, объявляю вас мужем и женой. Нет, папа, бедная жена, это ужасно. Да, у моей мамы теперь богатый муж. Обожаю такие моменты. Обнимемся? Нет, только не это. Роскошно, правда? Теперь мы будем жить здесь. Ничего себе! Только посмотри, какая красота! Невероятно! Позвольте вам помочь. Эй, отдай мои вещи! Помогите, грабитель! О нет, осторожнее! Амелия, дочка, он хотел забрать мои вещи. Я дворецкий и просто хотел помочь. Позвольте, я все же вас подниму. Мне от вас ничего не нужно. Вот, возьмите, это ваше. Я же сказала, я сама. Папа, не надо, они нам не нужны. Мага, но я ее люблю, понимаешь? Ты пожалеешь. И откуда они вообще взялись? Отойди, не трогай меня. Эвель, ага. Мы справимся, спасибо. Прошу внутрь, Амелия. Дорогая, как же я скучал. Привет. Смотри, что у меня есть. Здорово, правда? Я сама делала. Оставь это. Здесь есть кому помочь. Да! Мусорный бак? Нет, это просто ужасно. Глаза. Вау! Да, это просто дворец. Класс, а какая кровать? Наверное, здесь очень удобно. Нет, моя постель. Даже не думай, здесь сплю я. А твое место вот там, на матрасе. Готово, можешь располагаться. Ну и ладно. То-то же. Мне и тут хорошо. Довольно мило. Осталось навести уют. Это лишнее. Ну вот, совсем другое дело. Отлично, теперь можно и отдохнуть. Просто не верится, что это все для меня. Как здорово, будем жить вместе. Да уж, сомнительное удовольствие. Вау! С ума сойти. Ну и повезло же тебе. Не то слово. Видели бы вы ее. Ну, конечно. Я вам сейчас все покажу. Вот, полюбуйтесь. Ничего себе, да это просто жесть. Такое чудо редко где увидишь. Это не фото, это шедевр. А вы видели эти очки? О, да, без комментариев. Перестаньте, я больше не могу. Постойте, это что, я? Не может быть. Меган, как ты могла? Упс, кажется, мы перестарались. Брось, Меган, ты чего? Это несправедливо. Ну что я ей сделала? Как приятно понежиться в джакузи. Обожаю роскошную жизнь. Класс. Полный релакс. Прости, я тебе не помешаю? Нет, ты опять все испортил. Тут здорово, правда? Обожаю купаться. Кошмар. И за что мне все это? Не переживай, я ненадолго. Ты даже не заметишь. Ну уж нет, с меня хватит. И то правда. Зачем воду зря тратить? Ко всему нужно подходить экономично. И помылся, и вещи постирал. Супер. Ну вот и все. Меган, можешь возвращаться.
Тазик забыла. О, нет, как же больно. Мой зуб. Это невыносимо. Все, не могу больше терпеть. Ну, конечно. Мама говорила, что нужно делать. Отлично. Это то, что мне нужно. Осталось закрепить нитку. Готово. А теперь за дело. Амелия, что ты делаешь? У тебя все нормально? Все супер. Я хочу вырвать зуб. Зуб? Ниткой? Что за дикие методы? Нет, так не пойдет. Тебе срочно нужно к врачу. Пожалуйста, только не это. Все будет хорошо, вот увидишь. Это совсем не больно. Серьезно? Они залезут мне в рот своими ужасными щипцами? Добрый день. Разрешите, я посмотрю? Нет, не стоит. У меня все хорошо. Понятно. Тяжелый случай. Ну что ж, приступим. Готово. Можете взглянуть. Правда красиво? Ага. Золотой зуб выглядит так дорого. Вау. Даже не знаю. Очень непривычно. Он так бросается в глаза. Вот если бы все были золотыми. Все? Вы действительно на это готовы? Ну что ж, okay. Любой каприз за ваши деньги. Готово. От фото просто не отличить. Серьезно? Вам нравится? Yeah. Очень эффектно. Спасибо. Вот это, я понимаю, роскошная улыбка. Всего доброго. Да, на вкус и цвет. Меган не вылезает из чатов с друзьями. А в распоряжении бедной Амелии только этот доисторический аппарат. Как он еще работает? Салют, Меган. Скоро тебя ждет сюрприз. Неужели? Она меня пугает. У Амелии своя система дружеских чатов. Такая же древняя, как и ее компьютер. Бумажные письма. Лови, Меган. Это еще что? Бумажная СМС? Ты серьезно? Классно, правда? Мы можем общаться. What? Что за бред? Забери этот мусор. Эй! Игнорируешь мои сообщения? Сейчас ты узнаешь, что я думаю по этому поводу. Да-да, это тебе. Yeah. Готовься. Ага. Нет, ну в чем дело? Какой еще тест? Забей. Лучше взгляни на мой новый маникюр. Ребята, тест отменяется. О, похвально. Это правильное решение. Хочу представить вашу новую одноклассницу. Салют. Я так рада, что буду с вами учиться. Нет, это полный провал. Как же так? Всем привет, я Амелия. Сестра, как хорошо, что мы снова вместе. Она бредит. Я ее не знаю. Запах дешевого парфюма? Это ужасно. Смотрите. Что это? Кактус из картона? Да, таких экземпляров в богатой школе еще не было. О, да, она просто умора. Вот, представьте, что это микрофон. Нет, Амелия, пожалуйста, не надо. Все, с меня хватит. Пойдем. Нужно что-то делать. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что у Меган такая сестренка? Стилист, нам срочно нужен стилист. Оу, что происходит? Полюбуйтесь. Вы должны что-то с этим сделать. Пожалуйста, помогите. Она должна выглядеть, ну, примерно как я. У нас есть шансы. Не переживайте. Все сделаем в лучшем виде. Проходите. Оу, этот запах бедности не спутаешь ни с чем. Надеюсь, она справится. Нет, только не в меня. Ох, на что только не пойдешь ради любимой сестры. Ну, что там у вас? Встречайте. Это просто восторг. Ну как, нормально? Прекрасно, замечательно. А как же прическа? Минутку, не все сразу. Садись. Будем делать из тебя красотку. Может, не надо? Ну что, ты еще как надо? За дело. Да, тут придется поработать. С ума сойти. Она вообще не расчесывается. А вот это здесь кажется лишнее. Ох, и чего в этих волосах только нет. Готово. Последний штрих. Полюбуйтесь. Мы на финише. Теперь макияж. Ты себя просто не узнаешь. Ну да чего красиво. Меган, смотри. Вау! Вы просто волшебница. Невероятно. Bye-bye. Золотые руки. До встречи. Нам нужно спешить. Шикарный результат. Ого, ты тоже это видишь? Привет, я тут немного причесалась. Не судите строго. Вау, классно выглядишь. Другое дело. Ничего себе, это Дольче. Ну да, подарок сестренке. Она у меня крутая. Правда, Меган? С ума сойти. Вот эта красотка. Просто шик.
Ну же, дорогой, перестань. Все поправимо. О чем ты, милая? У меня больше не центра. Папа, а что здесь происходит? Кошмар, дочка. Твой отец банкрот. Как? Не может быть. Ты что, шутка такая? Что вы себе позволяете? Ну, я вам еще покажу. Не переживай, вместе мы справимся. Это похоже на сон. Мой дом, как такое возможно? Успокойся, дорогой. Поживем пока в нашем бедном доме. Это просто ужасно. Ну уже, сестренка, без крыши над головой не останемся. Кстати, электричества в доме нет. Так что свечка нам пригодится. Не переживай, будет весело. В тесноте, да не в обиде.